Всем привет, с вами Негатив, и сегодня мы посмотрим бой, такой коротенький, вчера я его показывал. Так, где он у нас тут? Вот этот вот. 14 минут, ну почти 15. Такой забавный сам по себе бой. Часто встречаемся с этими ребятами, очень мощные, прокачанные авиаторы. И когда видим их в противниках, никогда не известен конец боя. Нет уверенности, что мы победим. Здесь идет стандартная развертка. У нас остров Н опять карта. Идет сбор. Сбор прошел с моей стороны очень хорошо. Вот здесь вот Игорян ящик пропустил. Я за ним сбегал, забрал. Здесь идет разведка. Кто здесь, кто, не могу сказать, кто где находился. Я пишу тоже голди как никогда. Так, у меня третий штаб улучшился. Верфь, соответственно, пошел сбор по морю уже. Здесь разведка прибежала, разведала. Здесь дельта. Здесь тоже ящик забираю. Тут Игорь вышел в море. Ящички тоже начинает собирать. Ну, эти соперники меня тоже знают очень хорошо. Они всегда ждут от меня ягахам. Поэтому в последний раз мы им проиграли. 16 рангом. Здесь вот нежданчик такой, дельта вылезла и поехала разведывать. В общем, увидели они задумку мою. Ну, меня можно было, в принципе, не разведывать. Не так знали, чем я буду играть. Здесь аллигатор. Завод Дадико. Второй штаб. Небольшая кучка гренов копится. Тут уже процесс идет полным ходом. Пролетает первый вертекс. Разведает это все. Здесь разведывает на наличие аллигаторов. Кайманов что-то... Что они ему сперлись? Начинает Кайманов, в общем, выбивать. Завод Дахама улучшается. Верф до аллигатора улучшается. Я пишу и говорю, давай что-нибудь с ПВшками-то мути. То сейчас в две армии вертексов без заводов останешься. Второй штаб. Один дикий. И он принял все близко к сердцу, видимо. Пошел в атаку выносить заводы им, в общем. Не стал он ждать, когда прилетит авиация. Решил напасть первым. Гренами от второго штаба. Я вообще не ждал такого поворота. Я тут не помочь, ничего вообще еще не готов. У меня еще только армия копится. В общем, тут у этого тоже паника такая. Он тоже явно не ждал такого поворота событий. В общем, Игорян тут начинает это все кружить. Бункера судорожно ставятся. Вертексы поднимаются. В общем, идет раш. Я пишу, давай этот авиазавод шлепни. Хоть задержим их. А сам иду на зеленого игрока. Здесь вот аллигатора не доконтролил. Он у меня, то есть как произвелся, так и поплыл. Торпедок-то не было. Здесь уже Зевс от зеленого приезжает. В общем, авиазавод снесли. Здесь продолжается производство дикобразов и гренов. Я ягахамом принимаю решение сюда завалиться. Все равно Зевсы вроде ушли на подмогу к синему игроку. Думаю, армии здесь немного должно быть. Что тут, два Зевса? Ну, я так приехал. Думаю, ну, не, я сейчас перегруппируюсь, отступил. Вот этого Зевса раздамажил. Здесь авиация прилетает. Ну, дикобразов много уже. И пробуем. Сейчас будем пробовать, по-моему, вторую попытку захода на базу.
В общем, мечусь потихонечку. Армии мало, ягуаров, что тут, 5 штук всего лишь. Ни туда, ни сюда. В общем, казарму я добрал. Здесь Игорян весь свой дозаказ начал тоже сюда. Здесь уже щит. То есть оперативно тоже ребята выходят в 4-й штабы, если не играют авиацией. Зевса, в принципе, прилично. В общем, я заезжать не стал, начал здание выбивать издалека. Одну торпедку выбил. И вот уже только после этого заезжаю. Здесь как бы Игорян напрягает конкретно пехоту. Вон дикобразы режут. Ну и здесь уже я принимаю решение там заводы повыбивать и так далее. В общем, идет разнос зеленого игрока. Хамов нету, но дикобразов много, то есть авиацию посадили. Ну и здесь уже роняем штаб совместными усилиями. Все, зеленый игрок полностью пробит. Здесь дотекание сюда идет, тут зевсы какие-то пытались ехать. В общем, дотекание как шло, остановилось, начало убивать этих зевсов. Все, зеленый игрок полностью пробит. Ничего у него не осталось. Здесь я вспомнил про этого аллигатора. Добираем торпедку, естественно. И синий игрок в этот момент сдался. Все, он играть с нами не стал. Один против двоих. Вот такой вот оперативный бой, забавный. Противофаза ждала, видимо, ЕГХМ. Но здесь дико грен. Спасибо всем за просмотр. Удачи на полях сражений. Всем пока.